будем светом любоваться, горящей ханукальной свечи, нас не заставят отказаться от наших праздников извечных. Мы зажигаем восьмисвечник, как знак божественного чуда. Пусть каждый ханукальный вечер для всех, как светлый праздник, будет. Дорогие друзья, существует еще очень одна красивая ханукальная традиция. Нам заповедано праздновать Хануку 25 числа месяца Кислев. Вообще евреи народ очень умный. У них каждый месяц соответствует какому-то празднику. Так вот. Такой красивый, а ночью.